не особо не улавливает, даже на расстоянии на таком не особо работает. Поэтому нужно увеличивать. Ну, как начнете, уже можно найти. Я его включил, чтобы уже не забыть. Выключить камеру, это уже будет по-моему. Да? Так, Сан, мы с ним сможем уже соваться куда угодно. Мы сможем рассказывать, где что наше, как это должно быть, как это будет. Полегло для испытания всех технологий, которые только есть. Но никогда не слышали. То есть мы всех это скажем. Каждый профессор то же самое. Профессор то же самое Юрчин. Ладно, тоже все контакты приходят. Возьмите одному философию процесса. Возьмем кафедру конструкции, чтобы мы сможем делать шикарную картинку с этими словами. С этими технологиями, с их хай-теком, которые мы играем. И тебе народ потянется просто в очередь ставить. Что тоже нужно понять. Ты нужно по всей картине, ты нужно понять. Ты почему народ себе потянешь? Для этого у тебя должен быть уже весь.
Так, 7 еще нет. 7 часов. Спроси. Все. Сейчас я постараюсь его найти все-таки. А, вон он. Ладно. Семь часов. Что? Пошло? Конечно. Все, начинаем, да? Лекция наша называется, как мы заявляли, «Введение экологии архитектурной среды». Мы ее построим следующим образом. Сначала я расскажу о том, что такое в нашем представлении «Введение экологии архитектурной среды», а затем Сергей Михайлович расскажет вообще о том, что такое экология для архитекторов, и насколько она популярна, и насколько она актуальна сейчас, и расскажет о том, как архитекторы современные в своем творчестве реагируют на те кризисы, которые сейчас появились в современном обществе. Кризис демографический, кризис аграрный, кризис экономический, экологический и так далее. Архитекторы как бы не стоят от этого в стороне и пытаются своими средствами решить эти проблемы. Я немножко представлюсь. Я доктор архитектуры, профессор, заведующая кафедрой инновационных технологий дизайна архитектурной среды Харьковского национального университета строительства и архитектуры. Заведующая кафедрой, как я уже говорил, инновационных технологий, дизайна архитектурной среды. Специализация кафедры – это инновационные методы анализа, моделирования и проектирования архитектурной среды. Анализ архитектурной среды, вот как раз в рамках анализа архитектурной среды и есть наше сегодняшнее видео экологии архитектурной среды, это анализ архитектуры с точки зрения ее гармоничности и красоты, скажем так. Мы разрабатываем различного рода методы такого анализа, даже, как это ни странно звучит, и математические методы анализа, как человек воспринимает архитектуру, как он ее видит, почему красивое красиво. И даже немножко количественными методами пытаемся осмыслить эту красоту и гармонию. Не говоря же о том, что в рамках этого направления мы вообще рассуждаем о том, что такое эстетика, что такое гармония, красота и так далее.
Следующее направление – это инновационные методы моделирования архитектурной среды. Здесь мы отслеживаем самые новые программы компьютерные, которые появляются, и пытаемся их применить в своем творчестве, пытаемся студентам донести эти программы, и студенты, в свою очередь, пытаются в этих программах делать свои проекты компьютерные и архитектурные, естественно. Третий аспект – это инновационные методы проектирования архитектурной среды. Вот этот самый сложный и самый такой технически очень такой насыщенный аспект. Здесь мы пытаемся привнести методы анализа и методы моделирования к современным методам проектирования архитектурной среды. Здесь мы основной упор делаем на экологичность архитектуры. И, естественно, применяем к этому, ввиду специализации нашей деятельности, применяем к этому как бы инновационные методы проектирования экологические. Это и вертикальные фермы, потом мы об этом подробнее расскажем. Вот. То есть вот такие три направления нашей деятельности. Вот, значит, в рамках первого направления, то есть в рамках анализа красоты в архитектуре, и явилось такое понятие, как видеоэкология архитектурной среды. Я расскажу примерно, что это значит. И мы, вот моя вот такая вот короткая лекция будет посвящена как раз, мы написали книгу вместе с главным архитектором Харькова, мы написали такую книгу, которая называется «Видеоэкология архитектуры». И я примерно представлю немножко даже в виде лекции презентацию вот этой нашей книги. Значит, еще раз говорю, что эта тема посвящена анализу современной архитектуры с точки зрения ее визуальной выразительности. Как появился термин «визуальная экология»? Вот как раз первый раздел нашей книги посвящен тому, что такое визуальная экология и что такое экология вообще. Не секрет, что сейчас вот очень множество, большое количество примеров архитектуры посвящены экологичности. Появляются очень большое количество проектов, посвященных эко-архитектуре. Вот, пожалуйста, «Зеленая башня», например, в которой применены эко-технологии, грин-технологии, зеленые технологии. Это уход в какой-то степени от проектирования на Земле, освобождение Земли от неблагоприятных воздействий, которые на нее привносит архитектура, и уход архитектуры немножко в вертикаль. Можно спорить о таких проектах, можно говорить там, что они технологически очень сложные, но тем не менее такие проекты есть. Мы их обязательно отслеживаем, обязательно смотрим на них, критикуем и так далее. Вот это все называется как бы экотехнологии в архитектуре. Вот еще одни проект «Башня. Вертикальная экология». Молодые современные архитекторы занимаются такими проектами. Их очень много. Вот «Башня» тоже как бы пример архитектуры, эко-архитектуры. Это называется «Башня Индиго». Она интересна тем, что это не просто башня. Здесь применены технологии, инновационные технологии декорирования фасадов, например. Вот башни, которые появляются в жилая самодостаточная башня, в которой тоже применены очень много различных экологических технологий. Вот как мы видим, очень вот эти все проекты говорят о том, что эко сейчас очень популярен. Эко – это бренд, который, с одной стороны, очень актуален, а с другой стороны, некоторые архитекторы даже немножко начинают злоупотреблять этим понятием эко. Что такое эко в архитектуре? Вот, пожалуйста, еще башня, вот еще башня. Вот небоскреб, объединяющий два образа жизни в Джакарте, как бы образ бедный и образ богатый и так далее. Конечно, все это проекты, которые как бы экспериментальные проекты. То есть этими проектами можно показать о том, что современные студенты, современные молодые архитекторы очень увлечены понятием эко. Этих проектов можно показывать сотни и даже тысячи. Вот. Но вопрос мы начинаем задавать такой: экология, да, но что в первую очередь
хорошо и интересно для человека, который живет в этой среде и который начинает зрительно воспринимать эту среду. Мы задумались над этим, проанализировали множество этих проектов и пришли к выводу, что, посоветовавшись с психологами, которые сказали, что 80% информации, которая идет из внешней среды, человек получает через зрение, через зрительный канал. 80%. И мы начали задумываться, что же такое вообще экология человека и какое место должна занимать в этом понятии экологии понятие зрительная экология, что такое зрительный образ и так далее. И вот, обратившись к психологам, мы составили такую схему, в которой поняли место человека в архитектурной среде, в архитектуре вообще, и насколько этому человеку комфортно находиться в среде. Также, обратившись к специалистам-психологам, мы вышли на так называемый институт, который назывался с одноименным названием, который назывался «Видеоэкология». Его основатель – профессор Филин, который занимается именно медицинскими вопросами визуальных качеств архитектуры. И мы начали с ним сотрудничать, и этот профессор Филин рассказал нам, что среда, которую я пролистаю эти схемы, потом к ним еще вернусь, что среда архитектурная, вот сейчас я вернусь вот к таким картинкам, современная, современных мегаполисов, она, как оказывается, просто опасна и вредна для человека. Почему? Потому что, когда мы смотрим на вот такого рода здания, они провели очень большие серьезные исследования по работе глаза. Каким образом работает глаз при восприятии вот этой среды? И оказывается, что такая среда ведет к серьезным даже психологическим заболеваниям. Почему? Потому что оказывается, что вот эта визуальная информация содержит очень много одинаковой повторяющейся информации. А как оказывается, глазу, который воспринимает архитектурную среду, нужно так называемое разнообразие. Разнообразие и многообразие визуальной информации, то есть зрительной информации. И мы начали задумываться о том, почему, собственно, среда историческая, среда культурно, скажем так, апробированная, вызывает у человека положительные эмоции, скажем так, а вот такая однообразная и монотонная среда, в общем-то, ведет к достаточно таким серьезным сложностям восприятия. И благодаря вот этим нашим поискам мы и вывели такое понятие, как визуальная экология архитектуры. Для того, чтобы разобраться, почему это, например, сложно и плохо для человека, вот такие картинки, даже вот такие, например, вот такие. А почему историческая, такая вот, как я уже говорю, апробированная временем среда, человеческий глаз отдыхает, человеческий глаз очень благоприятно реагирует на эту среду. Ведь всем нравится ну, вот такого типа, не только церковная, всякая архитектура, которая обладает большим запасом как бы информационной избыточности визуальной информации. Вот такая среда, вот такая, любая среда, которая сложна, которая многообразна и которая визуально очень такая насыщена, она вызывает благоприятные эмоции у человека. Вот, например, такая церковная архитектура, даже нам немножко непонятная, сложная, но тем не менее вот такого типа архитектура вызывает всегда положительные эмоции. Архитекторы начинают обращаться к природе, пытаются подражать природным каким-то образованием и пытаются сделать архитектуру близкую к природе, близкую к живой среде, тем самым пытаясь понять, почему природа всегда благоприятна. В природе нету повторяющихся одинаковых элементов. А почему-то архитекторы, особенно архитекторы, ну скажем так, 70-х годов, могли себе позволить вот такое однообразие, как я уже показывала.
И вот этот вопрос и стоит как бы во главе того, что мы называем визуальной экологией, то есть визуальное благоприятствование архитектуры для того, чтобы человек ее благоприятно, качественно воспринимал. И мы разработали такую науку, которая называется видеоэкология. И здесь мы, опять же, обратившись к психологам, разработали три уровня, на котором человек воспринимает архитектуру. Первый уровень – это тот уровень, о котором я уже говорила, то, что разработал вот московский профессор Филин, о том, как работает глаз человека, воспринимая эту среду. Здесь для простого восприятия, даже не зная, что это, например, Луксор, что это Египет там, и так далее, первая картинка, которая бросается в глаза человеку, очень многообразна и интересна. Глазу есть за что зацепиться. И вот психологи говорят, что человеческий глаз не движется по картинке, по воспринимаемому образу плавно. Он постоянно перескакивает из одного информативного элемента к другому. И если эти элементы повторяются, то глаз просто начинает работать как бы в холостую и начинает, грубо говоря, уставать. И вот для того, чтобы глаз не уставал, вот архитекторы, старые архитекторы, конечно же, интуитивно пытались в архитектуру внести элементы многообразия, скульптуру, разные масштабы и так далее. Вот эти разные масштабы, разные, вот мы видим совершенно разная архитектура, архитектура готики, архитектура римская, архитектура греческая, они все содержат в себе вот такие вот сложные скульптурные всякие избыточные элементы. Глазу есть за что зацепиться, он чувствует себя комфортно. Точно так же, как и, например, почему мы слушаем, например, музыку Вивальди, а набор звуков, просто гудение какой-то струны нам некомфортно. Этого всегда чувствовали любой качественный, грамотный, классный художник, всегда это чувствовал. Так вот, почему же вот такая архитектура воспринимается человеком благополучно? Очевидно, потому что здесь есть элементы, достаточное количество абсолютно разных элементов, за что есть глазу зацепиться. То есть глаз постоянно сканирует вот эту среду и постоянно находит для себя определенного рода новизну. Здесь новое, здесь новое, здесь новый масштаб и очень сложные повороты для глаза. Итак, это такой первый, самый простой уровень. Он, как говорят психологи, длится всего лишь меньше секунды, когда вы первый образ бросается в глаза. Потом дальше вы начинаете его обследовать, исследовать и так далее. И вот при вот этом исследовании вы не устаете. Вы бесконечно можете находить для себя все новую и новую информацию. Вот, пожалуйста, это архитектура совершенно разных эпох, разных географических мест. Но, тем не менее, эта архитектура апробирована временем, и она воспринимается здорово. Не обязательно иметь какую-то большую избыточность информации, вот как здесь. Но, тем не менее, она почему-то не раздражает, а все-таки, как нам кажется, привлекает внимание. Вот архитектура, в которой не так уж много информации, но тем не менее вот эти сложные линии, сложные их пересечения, сложные какие-то комбинации дают глазу возможность постоянно ее исследовать. И нам не скучно. Вот глазу человеческому не скучно. Вот, пожалуйста, модерн. Очень такой очень яркий пример архитектуры, грамотной с точки зрения визуальной экологии, архитектуры избыточной в хорошем смысле слова. Здесь все разное. Конечно, я потом дальше расскажу, что вот в таких поисках такой разности можно, конечно, и переувлечься. И получится у нас архитектура такая слишком сложная, слишком замысловатая. И вот, пожалуйста, модерн, который всегда вызывает интерес. Хотя бы даже эта лестница, вот как мы уже знаем, что избыточность очень важна для глаза. Здесь есть достаточное количество избыточности, сложности информации, наряду с некоторой простотой. Конечно же, архитектор, даже Шехтель, в принципе,
интуитивно это понимал. Вот если архитектор это понимает, то, как правило, это становится произведением искусства. Следующий уровень, который мы, опять же, почерпнули у психологов, это эмоционально-эстетический аспект восприятия среды. Конечно, мы же живем не только воспринимая глазом информацию. Мы еще и понимаем, что это... архитектура может быть яркой, красочной, там, избыточной. Ну, то есть очень много таких, я потом вернусь к этим схемам, очень много всяких терминов, которые можно принести к эмоциональному как бы восприятию архитектуры. И вот с точки зрения эмоций, с точки зрения потрясения человеком, архитекторы тоже как бы стараются действовать на этом уровне, скажем так. Вот, например, здание, которое состоит как бы из неких книг. Это архитектура эпатажа, скажем так. Допустим, зная о том, что там глазу нужно разнообразие и так далее, но здесь разные цвета, которые тоже очень разнообразны и очень сложны. Но с другой стороны, мы понимаем, что, ну, наверное, здание таким быть, с одной стороны, не должно, потому что это странно для здания. А с другой стороны, вот оно есть, и оно не такое, как все. То есть вот такой своего рода эпатаж и вот такая как бы сложность и неоднозначность архитектуры, это тоже элемент как бы визуальной экологии и визуального воздействия на зрителя, на любого зрителя. Ведь архитекторы не творят каждый для себя вот в таком неком снобизме архитектурном. Они творят для обычного человека, который идет по улице и понимает, да, это сложно, это интересно, это захватывает там в первый раз, когда посмотрели, во второй, там, в третий. Но тут мы сразу начинаем задавать вопрос, а насколько комфортно жить в такой архитектуре. Если бы весь город был построен из вот такого сплошного эпатажа, было бы комфортно или некомфортно жить? То есть вот это наше слово «комфорт», которое мы поставили как бы во главу нашей видеоэкологии, вот мы начинаем задавать себе вопрос. Да, это сложно. С точки зрения работы глаза, наверное, это сложно. Здесь есть кривые линии там и так далее. Но вопрос, нужен ли, вот, например, вот такой монстрик в городе? Или, может быть, все-таки нам нужна стена, окно, дверь, в которую можно войти без страха того, что вот такое здание просто на вас или упадет, или взорвется. Вот построить сейчас, в принципе, можно все что угодно. Технологии позволяют. Там, допустим, если есть определенные там финансовые возможности, построить можно все что угодно. Вопрос, зачем это нужно? Вот, например, дом-шар, дом-сфера, например. И такое можно сделать. Можно сделать вот такой дом, построить, он будет стоять, безусловно. С точки зрения работы глаза человеческого, да, здесь много, много разнообразия. Глазу интересно, но включается следующий уровень нашего восприятия, и мы понимаем, что этот дом, он сам по себе пытается нас немножко шокировать, пытается к себе привлечь внимание. Вопрос... Хорошо, это здорово, он привлек внимание. А не страшно ли жить в таком доме, у которого крыша немножко покосилась, который вот-вот оплывет там и так далее? То есть эти примеры говорят о том, что мы построить можем все что угодно. Вот дом, он стоит, он даже работает как дом. Вопрос, зачем это нужно? Вот этот следующий уровень, который мы назвали эмоционально-эстетический, как бы, вот нужны ли человеку такие сильные эмоции, которые вызывает архитектура? Вопрос. Вопрос, на который, в принципе, ответить сложно. Почему? Потому что ведь архитектура, она разная. Есть архитектура жилья. Есть архитектура, ну, скажем так, временного пребывания, есть архитектура, в которой вы живете и постоянно пребываете. Может быть, если бы вы пришли, например, просто на экскурсию и посмотрели на такой дом. Да, это интересно, это здорово, круто. Но вопрос, хотелось ли жить в таком доме? Вот это ведь не упал и не треснул здесь и не испортил вот этот дом. Это так построено, это специально как бы архитектура эпатажа. И здесь, очевидно, нужно различать, что мы строим и для кого.
Нужны ли архитектуре современные такие потрясения? Или ну, не совсем? Вот хозяин построил дом в виде башмака. Ну, наверное, ему это нравится. И опять же, есть архитектура для молодежи, есть архитектура для более пожилых людей. Пожилые люди, как правило, более консервативны, молодые люди менее консервативны, им, может быть, нравится такая архитектура. А пожилые люди, как правило, хотят классики. Вот. И вот таких примеров в мире тоже огромное количество. Это совсем такая небольшая подборка того, чего существует вот в мире архитектуры современной. Вот есть такой дом. Есть ну, вот такие дома построены. Это частные дома, и это как бы желание самого заказчика. Я не знаю, каким образом им удалось как бы утвердить это дело на уровне городских властей, ну, раз оно стоит, наверное, как-то это получилось. Вот, пожалуйста, дом тоже, еще и дом, который движется, там и так далее. Люди в нем живут, им это нравится, и, наверное, он имеет право на существование. Существует архитектура, которая специально как бы сама себя разрушает, вот разрушает среду и тем самым эпатирует окружающих. Наверное, такая архитектура должна быть, потому что вот интересный пример проект реконструкции купола Рейхстага. Это пример как раз, на наш взгляд, более благоприятный, потому что он более или менее вписался в вот эту старую архитектуру. Здесь построен купол, и внутри устроен такой музей с такой витой лестницей вокруг. Это архитектура, так называемая архитектура шоу, когда она завлекает в себя зрителя, и зритель внутри ходит и получает некую такую информацию внутри себя. Вот архитектура, это еврейский музей, архитектор Даниэль Либескинд. Его философия называется деконструктивизм, то есть разрушить архитектурную среду, а потом собрать ее заново, не обязательно по тем законам, по которым она существовала раньше. Вот танцующий дом в Чехии, архитектор Фрэнк Гери. Неоднозначный, сложный, очень модный на сегодняшний день архитектор, который тоже занимается, работает, я дальше об этом более подробно расскажу, архитектура тоже деконструктивизма, то есть что-то разрушить, а потом собрать, но не обязательно по тем правилам, по которым оно заранее существовало. Вот архитектура более старая, скажем так, это где-то середина 80-х годов, архитектура постмодернизма, когда классические элементы архитектуры ставятся в и изготовляются из таких, скажем так, неожиданных материалов и ставятся в такие неожиданные, не совсем присущие стилю ситуации. Вот, например, дорическая так называемая колонна, она сделана из металла. Это тоже архитектура шоу, архитектура шока такого небольшого, скажем так. Еще чем интересна современная архитектура, она начинает, благодаря современным технологиям, она разрастается как бы в высоту и вширь, скажем так. Вот это центр Феррари, одно из самых больших сооружений в мире в смысле занятия площади. То есть это огромная архитектура, которая занимает огромную площадь и тем самым тоже очень серьезно воздействует на эмоциональную составляющую человека. Она огромна. Вот архитектура тянется в высоту и тем самым тоже пытается как бы шокировать человека своими огромными размерами. Вот появляется большое количество башен. Современные башни уже занимают где-то даже под километр в высоту. И это тоже, конечно, воздействие на, возвращаясь к нашей теме, визуальные качества архитектурной среды, это тоже тема визуального воздействия на человека, но вот мы сейчас говорим о эмоциональном воздействии на человека. Вот с точки зрения эмоций, быть рядом с таким зданием очень, честно говоря, страшновато, а находиться наверху тем более. Все это потому, что, в принципе, человек как живое существо, как человек, он не очень-то давно пришел и стал жить вот в такой среде. Вот Бурдж Дубаи, который, скажем так, почти километр в высоту. Человек, честно говоря,
стал жить в такой среде достаточно недавно. Он вышел из природы. И архитектура, которая выше деревьев даже, для нормального человека она некомфортна. Конечно, мы можем здесь обсуждать вот вопросы о том, что, наверное, это выгодно с точки зрения экономики. Конечно, безусловно. И с этим, конечно же, очень трудно спорить. Но думать о экологии человека, о визуальных качествах среды, архитектор все-таки обязан, и мы, по крайней мере, пытаемся задумываться над этими вопросами. Вот появляются совершенно разного рода башни. Вот башня Калатравы, вот Бурж-Дубаи. Очень много башен по всему миру, вы, конечно, об этом знаете. Появляются вот такие странные штуки. Тоже функционально эта штука очень мало что из себя представляет, но тем не менее она визуально очень ярка, скажем так, но с другой стороны она тоже вызывает вопросы. Вызывает вопросы своей целесообразностью и такой уместностью в данной среде. Появляется архитектура, допустим, архитектура червяк, например, это вот, например, музей. Архитектура со сложными вот такими вот формами. Вот интересный пример архитектуры, которая стоит в центре Дании. Трудно назвать это архитектурой, это вот некоторая такая инсталляция, скажем так, архитектурная. Чем она вызывает интерес? Она реагирует на настроение горожан, например. Каждый вечер желающие горожане просто посылают смс-ку со своим настроением. Хорошее, плохое, удовлетворительное там и так далее. И, допустим, хорошее настроение выражается зеленым цветом, плохое фиолетовым, там еще какое-то желтым. И эта башенка, эта инсталляция, скажем так, она показывает настроение горожан каждый вечер, например. Тоже вот, пожалуйста, архитектура. Бывает вот такая архитектура. Технологии позволяют делать все, что угодно. Вот, например, дом облака. Дом ли это, архитектура ли это, уже трудно сказать. Вот, но это об этом доме облаке заговорили во всем мире, потому что это известный архитектор, потому что он это построил. Функционально это, тоже не затрудняемся сказать о конкретной его функции, но тем не менее, воздействие на эмоции человека произведено, потому что мы побывали в доме облаке. Например, ржавый куб. Вот стоит куб посреди озера. Он ржавый. Это не потому, что он проржавел, стоя в озере. Он просто такой, потому что он таким как бы родился от архитектора. Это тоже воздействие на как бы эмоции человека. Вот ржавый куб, пожалуйста. Но есть еще уровень, который тоже находится как бы в рамках нашей визуальной экологии. Он называется уровень стиля и уровень культуры. Вот мы говорили о работе глаза, мы говорили о эмоциях. А теперь можно немножко поговорить, а я об этом подробно расскажу, можно говорить о образности, в которых работают уже архитекторы как профессионалы. Вот, например, образ как произведение инженерного искусства. Вот, например, те образы, которые рождаются уже не совсем как шок, а уже как продукт некоторой образной инженерной мысли. Вот такая архитектура. Вот огурец, так называемый Фостера. Банк. То есть вот эти вот башни, которые вот сейчас появляются вот такие, такого рода башни. Очень интересен с точки зрения образа инженерии архитектор Сантьяго Калатрава, который как бы копирует работу скелетов животных, например. Это динамическая такая архитектура, но она очень интересна и очень в ней интересно побывать. Вот в Испании, например, Калатрава в этом смысле очень интересен. Он копирует именно инженерные такие характеристики жуков, животных, скелетов там и так далее. Образ как инженерии, который показывает, что в принципе построить сейчас можно все, что угодно. Вот рассматривая такую архитектуру, с другой стороны, надо помнить и о работе глаза, и о эмоции. И теперь мы уже говорим о
таких уже профессиональных вещах архитектора. Архитектор, работая вот здесь, например, архитектор, работая в образе как инженерии, он не может работать в, например, образе разрушения. Это такие стилевые профессиональные вещи, в которых он как бы должен сохранять свой тип работы. Вот образ как философия. Мы уже примерно говорили об этом. Например, философия разрушения. Философия разрушения среды. Например, Даниэль Либескинд, архитектор очень известный. Он делает что? Он намеренно, нацеленно разрушает понятие о том, что такое стена, окно, дверь там, и так далее. Он разрушает, делает определенный взрыв среды. Вот то же самое, взрыв среды. Вот, пожалуйста, то есть есть историческая среда, и происходит как бы ее такое нацеленное, намеренное разрушение. И что хочется сказать как бы в плюс архитекторам, вот, например, Эдриджи Либескинд, он никогда не будет работать, допустим, в классике, потому что он выбрал свой тип образности, он четко в нем работает. Вот тот еврейский музей, о котором мы говорили. Дальше у нас есть такое понятие, как образ, как произведение искусства. Например, архитектор Фрэнк Гери построил свои здания по всему миру. Огромное количество зданий. У него здание – это скульптура. Архитектура – это, в общем-то, скульптура. Вот, как видите, это построено. Как видите, современные технологии позволяют это строить безусловно. Другой вопрос, что сейчас технологий настолько много и настолько можно все, что угодно построить, что немножко архитекторы забывают, что вот такое построив, все-таки нужно думать и о конструкциях, и о снеге там, и так далее. И сейчас оказывается, что этот архитектор судится с очень многими заказчиками, потому что где-то протекает снег, где-то разрушается конструкция. Не все его произведения, безусловно, он очень талантливый, но чуть-чуть уже мы получаем то, что архитектор, чуть-чуть увлекшись технологиями, забывает о технологичности, скажем так, здания. Здание может быть и такое, например. Вот, пожалуйста, оно может быть и такое. Вот мы говорим о образе как произведение искусства, в данном случае архитектура-скульптура. Дальше образ как структура. Здесь мы что можем сказать? Вот структура. Сейчас компьютерные технологии, в частности программы там Гросскопер и так далее, позволяют делать архитектуру с точки зрения вот такой структурности. Компьютер может просчитать вот эту выкройку и выстроить. То есть компьютер как бы сам просчитал эту конструкцию, и вот этот просчитанный вариант можно отдавать конструктору, можно отдавать технологу и так далее. Этим очень упростилась работа архитектора, и опять же открылись возможности для его творчества. Вот, пожалуйста, такая архитектура. Здесь часть работ, конечно, это экспериментальная архитектура, то есть архитектура такая виртуальная, а есть уже построенная архитектура, благодаря тому, что появляются современные компьютеры, которые позволяют рассчитать все эти оболочки. Пожалуйста, такая архитектура. Очень известный архитектор мировой, вернее, мировая, которая Заха Хадид. У нее очень много мастерских по всему миру. Очень известна ее английская мастерская. Там она дает студентам отличные мастер-классы по своей архитектуре. И вот, и они начали вот такую так называемую диджитальную архитектуру и перешли потом к архитектуре уже еще более сложной, параметрической архитектуры, которую без компьютера, в общем-то, и просчитать, и тем более построить практически невозможно. Очень сложная, очень такая, ну, неоднозначная архитектура, но, на наш взгляд, она достаточно интересна. Вот, пожалуйста, такая архитектура. Еще один пример музей, архитектор Тоё Ито, очень известный японский архитектор. Это, с одной стороны, тоже параметрическая такая архитектура, построенная исключительно на компьютере, а с другой стороны, она интересна тем, что она все-таки где-то как-то подражает природе, но, с другой стороны, сохраняет вот такую архитектурную все-таки, архитектурное начало. Вот такие эксперименты с архитектурой. Есть архитектурный образ как экотехнологии. Архитектура работает в рамках эко. Экологичности, экологическая архитектура. Вот, например, появляется куча, очень много разных экопроектов, в которых
архитектор пытается современную экологию, современные экотехнологии как бы привнести в образ архитектуры. Вот, пожалуйста, это проект, но тем не менее здесь проект, в котором перерабатывается вода, хранится, при помощи водорослей фильтруется и так далее. Есть очень много таких технологий. Если кто-то заинтересуется, мы можем очень подробно и много об этом рассказать, о такого рода технологиях. Вот интересные проекты в рамках эко-архитектуры, эко-технологии, архитектор Винсент Калибо. Проект, который эко-проект. Здесь можно и проживать. Этот проект плавающего города. Этот город плывет, опресняет воду при помощи водорослей, перерабатывает эти водоросли в биотопливо и так далее. Тут очень много разных технологий привнесено. И что интересно, в этих проектах он выглядит явно экологическим, биологическим таких объектом. И в данном случае вот интересно отметить, что вот образность получилась. Это образ явно экологической такой архитектуры. Вот, пожалуйста, этот же проект. Опять же, архитектор Винсент Калибо тоже один из таких концепт-проектов плавающего города. Dragonfly, крыло бабочки, проект так называемой аркологии, проект компактного проживания достаточно большого количества людей с самодостаточной, самообеспечивающей такой структурой в таком едином пространстве. Такой интересный эко-проект. Опять же, Винсент Калибо тоже один из таких очень интересных и, на наш взгляд, таких очень образных и правильных проектов. Не будем долго на них останавливаться, потому что этим проектам можно посвящать целую лекцию, а то и цикл лекций. Вот, опять же, проект аркологии и вертикальной фермы. Дальше можно еще рассказать о таком понятии, как параметрика в архитектуре. Это архитектура, которая строится при помощи компьютера. Компьютерная архитектура. Вот, например, компьютер смоделировал колонну. Эта колонна при помощи появляющихся сейчас 3D-принтеров. Опять же, если интересно, у нас есть очень интересная лекция о 3D-принтерах. Вот такая архитектура. И если мы вернемся к началу нашей лекции, насколько она все-таки появляется, такая интересная, избыточная, сложная и для глаза интересная архитектура, но переосмысленная уже как бы на современный лад. Вот тоже продукт параметрической архитектуры, параметрического моделирования. И эти башни то же самое. Башни, полученные при помощи очень серьезного знания компьютерных технологий. Архитектор, тоже прославившийся на, можно сказать, на весь мир, архитектор Стивен Ма. Как ни странно, это проект церкви. И опять возвращаясь к вопросам о том, что такое архитектура, что такое экология, что такое визуальные качества архитектуры. Вопрос все-таки, должна ли архитектура иметь вход, в который приятно войти, или она должна все-таки быть таким неким монстриком, который втискивается в историческую среду и пытается там прижиться. Я понимаю, что, наверное, с точки зрения работы глаза, о том, что я говорила там и так далее, это, наверное, здорово, наверное. С точки зрения эпатажа, что мы говорили в следующий раз, да, безусловно, это случилось. Но опять же, вопрос, готов ли человек, который живет вот в такой среде, в исторической, готов ли он воспринимать вот это? Я думаю, что нужно все-таки такого рода вопросы оставить для дискуссии, потому что кому-то нравится, кому-то нет. Все-таки, с другой стороны, надо учитывать, что человек не так давно вышел из природы. Конечно, вот этот же архитектор Стивен Ма пытается нас вернуть в природные какие-то формы, но есть же природа, которая просто пугает, есть природа опасная и природа, которая может не защитить, а наоборот уничтожить человека. Вот, и надо все-таки задавать себе вопрос, не монстр ли это, который влез в среду. Есть вот совершенно разные такие вот проекты. Проекты
То, что я говорила, школа архитектора Заха Хадид, английская школа, вот они экспериментируют с такими формами. И вот если мы будем задуматься, все-таки не монстры ли это, не пугает ли это человека? Конечно, это архитектура экспериментальная, она не обязательно должна быть построена, но эксперименты такие проводятся, и нам остается все-таки задумываться, красиво ли это, гармонично ли это, с точки зрения всех трех наших как бы составляющих работы глаза, эпатажа и стиля. К сожалению, сейчас вот современные архитекторы очень увлекаются третьим понятием – стиль. Вот благодаря тому, чтобы родить, скажем так, что-то новое, они немножко игнорируют первых два – эпатаж и работу глаза. Вот появляются такие проекты. Безусловно, это интересно. Это интересно с точки зрения эксперимента. Вопрос, насколько этот эксперимент должен прийти в среду, в современную. Насколько оно нужно этой среде. Не поглотит ли этот, не поглотит ли этот монстр нашу архитектуру, к которой мы привыкли. Вот, потому что, как мы уже говорили, при современных технологиях, при наличии определенных финансовых возможностей, построить можно все что угодно. Ну, а экспериментировать тоже, безусловно, можно. Вопрос, нужно ли это дальше строить. Есть еще такое понятие, как фрактальная архитектура. Это архитектура, которую строит, в общем-то, почти полностью компьютер. К сожалению, здесь у меня нет ролика, такого 3D-ролика. Но она очень интересна, она очень красива, она такая очень избыточна и такая заставляет как бы задуматься. Безусловно, с точки зрения работы глаза она интересна. С точки зрения эпатажа здесь трудно сказать, потому что это не совсем уже архитектура, это эксперименты архитекторов. Вот, пожалуйста, перед вами вот такие картинки, которые, в общем-то, построил по большому счету компьютер. Мы имеем некие формулы, в которые вводим некие данные, имеем набор определенных элементов, и формула нам дает комбинаторику, скажем так, этих элементов. Ну вот в рамках такой фрактальности и даже делаются некие проекты в стиле фрактальности, скажем так. Вот такие проекты, самые разные проекты архитектурные. Конечно, это эксперименты, конечно, они еще не построены. Но тем не менее, это есть, это как бы развивается, и мы можем это очень легко отслеживать и наблюдать. Давайте перейдем к вопросам, потому что я понимаю, что, наверное, достаточно информации. Пожалуйста, вопросы. Да. Так, ага. Сейчас, минуточку. Может быть, у аудитории пока есть вопросы? Да, книга. К сожалению, так получилось, что она очень быстро разошлась. Вот, значит, есть вариант получения этой книги в виде диска, да. Да, и мы, я думаю, что обменяемся адресами электронными и что-то со звуком. Нет вопросов. Ну, подождем. Да, может, мы сделаем перерыв тогда, да? А вопросы накопятся. Значит, что по поводу книги? Значит, с удовольствием предоставим вам диск, PDF-файл с текстом, с самой книгой. Да нисколько она не будет стоить. Просто стоимость диска, сколько она может стоить. Просто вы посмотрите, почитаете. Если будут вопросы, с удовольствием ответим. Да, потому что там, вот, конечно, я рассказала очень коротко и очень, очень сжато. Что там в книге сложного? Там очень много
психологии, там много, там градостроительство, там архитектура, там. Но эта книга, там у нее 360 страниц. Вот. Картинок там, конечно, больше, чем здесь, но там вот такой интересный текст. Я очень так считаю, что мы хорошо поработали даже с эпиграфами. Там вот. Они как раз отражают вот эту такую, ну, неоднозначность архитектуры. Что красиво, что некрасиво. Ну, кто знает. Да? Но, тем не менее, кто что-то проходит, апробацию временем, там, да? Нотр-Дам, он Нотр-Дам. Да? А вот как построить Нотр-Дам, как придумать Нотр-Дам? Ну, кто знает? Кто знает? Мы стараемся учить студентов не просто, конечно, безусловно, как сделать генгплан, как там сделать здание так, чтобы не упало, скажем так. Но с другой стороны, еще учим думать о том, задумываться о том, что мы делаем, для кого там и так далее. Архитектору это очень важно все-таки. И там мы пытаемся вот ответить на эти вопросы. Ну что, может, мы сделаем перерыв и потом послушаем лекцию Сергея Михайловича о кризисах и экологии. Хорошо? Окей.
Так, вопрос, какую литературу вы бы посоветовали для познания новых типов архитектуры? Да, новые типы архитектуры. К сожалению, скажем так, литература, я бы могла бы посоветовать литературу, журнальную литературу, то есть это журналы английские, журналы французские, по или Modern Architect, или типа Architectural Review, вот такие журналы, в которых очень много пишется о современной архитектуре. Что касается украинской или русской, это тоже журнальная, в общем-то, архитектура. Очень интересный журнал, который называется Evolo. Это интернет-журнал, который постоянно устраивает конкурсы по современной архитектуре. И там постоянно идет обновление, постоянно пишется именно о современной архитектуре. Это очень интересный журнал. Если вы просто в интернете наберете английскими буквами слово Evolo, он вам выдаст очень интересную подборку разных проектов. Вот этот журнал я вам очень советую. Вопрос с интернета скачать можно будет. Можно будет на сайте, да, 3dmax.com.ua, вы имеете в виду скачать что? Скачать сегодняшнюю лекцию? То, я думаю, можно будет с этого сайта. Скачать ту книгу, которую вот я сегодня рассказывала, скорее всего, можно. Мы просто выложим ее в интернете, выложим ссылку на нее, потому что просто так скачать, наверное, она очень большая, а мы выложим ссылку, и тогда можно будет скачать. Можно ли получить PDF-файл вашей книги? Я думаю, можно. Мы оставим свои контактные всякие адреса, телефоны, и я думаю, что можно будет получить именно PDF-файл. Как называется книга? Книга называется «Видеоэкология архитектурной среды». Там как раз говорится о том, о чем я сегодня рассказывала, только гораздо более подробно, больше картинок, а главное больше всякой аналитики. Вот я рассказала о том, что мы там пытаемся даже количественно анализировать красоту. Вот там как раз об этом говорится, каким образом мы пытаемся ли это делать. Вопрос, будет ли запись этой лекции? Я уже сказала, что да, будет. Спасибо, пожалуйста. Надеюсь, что было очень интересно. Спасибо. Теперь мы послушаем 20 минут, да, Сергея Михайловича. Так. Ай. Сейчас. Так, сейчас какие-то свернуть. Ух ты. Интересно. Сейчас попробуем это все уменьшить.
Сейчас, секунду. Тоже сложная техника. С этой программой раньше не работал, поэтому сейчас немножко не могу понять, как сворачивать это окно. Хорошо. Так, немножечко странно, на первый взгляд, переход. Почему мы переходим с видеоэкологии на кризисы? На самом деле ответ довольно-таки очевиден, потому что сейчас мы находимся в такой вот зоне нарастания глобальных мировых кризисов, которые очень жестко действуют и на человечество, и на архитектуру. И один из таких вот факторов, который, в принципе, может немножечко снизить социальную напряженность, это именно визуально благоприятная архитектурная среда, которая, в общем-то, может уже выступать как такой вот интересный фактор, действительно помогающий даже объединить немножечко народ и немножечко дать цели, к которым можно стремиться и которым следует следовать. Ну, одним из таких интересных примеров может быть Италия, периода Возрождения, когда, в принципе, Италия была таким вот постоянным булькающим котлом, которая не выходила из кризисов. Постоянные войны, раздробленность, междоусобица, через них проходили войнами и французы, и немцы, и все, кому, в общем-то, было не лень. И вот между городами-государствами итальянскими была очень жесткая конкуренция. И, в общем-то, таким вот фактором, который помогал объединять эти города, была именно архитектура, как ни странно это может прозвучать. То есть те же самые соборы строились по 150, по 200 лет и были предметом гордости для городов-государств. Но вернемся к нашей теме. В общем-то, все кризисы, которые сегодня у нас происходят на планете, идут из одного корня. Это демографический кризис. Притом, сам по себе, он тянет массу неприятных последствий. Есть такое определение, называется демографический след. То есть это то демографическое давление на планету, которое планета может без особых последствий для обмена энергии и веществ в природе переваривать. Сегодня мы его перевалили, притом с очень большим отрывом. Считается, что максимум это вот эта вот зеленая точка у нас. Это 5 миллиардов 200 миллионов человек. То есть это то оптимальное количество, которое еще планета в состоянии поддерживать без серьезного ущерба для экологии. Дальше уже нужно применение именно технических средств, которые помогли бы адаптировать и уменьшить давление на окружающую среду. Причиной того, что у нас сейчас наблюдается такой вот серьезный демографический взрыв, стало то, что у нас резко уменьшилась смертность из-за улучшения условий быта и уровня медицинского обслуживания, и упала рождаемость. Вернее, детская смертность уменьшилась и снизилась, ну и повысилась рождаемость в определенный момент. Сейчас, кстати, довольно-таки интересное явление, то есть для экологии Европа сейчас как раз наблюдается рецессия, то есть откат демографический, который сейчас воспринимается довольно-таки положительно, и многие аналитики высказываются в таком ключе, что как раз Европа движется к тому, что сегодня уже сможет решить большинство своих проблем, если не будет так интенсивно привлекать население извне. Ну, как мы говорили, демографический кризис стал причиной многих других. То есть это продукты питания, аграрный кризис, вопрос размещения такого количества народа и производство необходимых предметов быта для людей. В результате эти три фактора – продукты питания, размещение народа и предметы обихода – стали причиной энергетического, сырьевого, экологического, социального, сельскохозяйственного и экономического кризиса на планете. Все эти кризисы вступили между собой в очень жесткую конфронтацию, и получился довольно-таки интересный момент. Сегодня технически мы можем преодолеть фактически любое из последствий этих кризисов, но именно жесткое противостояние их между собой, их отталкивание друг от друга, парадоксальность требований, которые невозможно решить в единой среде, заставляют искать какие-то иногда довольно-таки
на первый взгляд, сложные такие решения, и одним из таких вот решений, которое призвано именно решить вот такой демографический взрыв на планете, то есть и заточено на прогностическую модель, которая, кстати, у Капица очень интересно описана, то есть это ожидание 11-миллиардного жителя через 20 лет. Это аркология. В чем суть аркологии? Ее автор Паоло Салери, это итальянский архитектор, американец, он предложил развитие городов по вертикали и развитие таких вот мегаструктур, которые он назвал или аркологиями, или мегаструктурами. То есть фактически это города-здания, и сейчас особенно активно это развивается в Японии направление. Они сделали уже несколько таких проектов. Но пока эти проекты остаются только бумажной архитектурой. Почему? По одному такому моменту, когда они просчитали экономику, у них получилось, что на одного жителя это приходится примерно 600 тысяч долларов, чтобы построить такое здание, которое вмещало бы 1 000 000 жителей. Но интересы аркологии до сих пор еще очень большой, и тому свидетельствуют те тысячи проектов, которые сегодня существуют по таким вот городам-башням, по вертикальным городам. Дело в том, что самое слабое место любого мегагорода, мегасити, это сити, это проблема воды, проблема свежего воздуха, проблема давления на окружающую среду. И как результат, в принципе, вот такие вот огромные сооружения, которые мы сейчас видим, они могли бы решить эту проблему. Но в то же время, сегодня уже в противовес вот таким вот аркологиям возникла новая концепция, и сейчас она очень ширится и крепнет, это концепция дезурбанизации. То есть это уменьшение давления на природу не за счет создания таких вот мегаобразований. Кстати, вот сейчас был недавно опубликован проект объединения 8 крупнейших китайских городов. Это в дельте Желтой реки. Это Гуанчжоу и Пекин туда попадает. Ну, в общем, десяток этих городов, которые... Вернее, 8 городов, которые становятся единой структурой, единым мегаполисом на 42 миллиона жителей. То есть на самом деле назвать это положительным явлением никак нельзя. И у китайцев сейчас наблюдается огромный всплеск онкозаболеваний, связанный с тем, что огромная проблема с чистой водой, с чистой пищей и с чистым воздухом. И в принципе вот такие вот башни могли бы помочь решить проблему. Но вот именно дезурбанизация, о которой мы говорили, это сейчас более интересный путь. К сожалению, китайцы ему следовать не могут из-за того, что у них не так много земель, пригодных для освоения. В то же время для европейской части континента, в принципе, путь дезурбанизации и малых городов, ну, например, как наш Харьков, вполне можно было бы расселить в города по 120, по 150 тысяч и получить очень чистое, интересное жилье. Но в то же время вот такие вот концепции сегодня тоже развиваются, хотя уже пришли к выводу, что, наверное, аркология – это не оптимальный путь решения для человечества. Демографический кризис сегодня стал очень сложным переплетением массы проблем. И опять-таки, как мы говорили, сейчас пошли очень такие вот странные тенденции, скажем так, основной прирост населения на планете наблюдается, это Азия и Африка. Притом были нарисованы прогностические графики для, например, Индии, он очень неприятный, потому что там будет всплеск населения до 2 миллиардов, и потом в течение 100 лет предполагают, что оно может сократиться до 500 миллионов. То есть у них смертность будет просто чудовищная. Китай в этом плане пошел уже по осознанному пути, то есть их концепция одна семья, один ребенок, и у них вот кривая вот сокращение населения будет довольно-таки пологие. Европа в этом плане действительно наблюдается очень так оптимистический прогноз. То есть и Украина, слава богу, тоже попадает в эти графики. То есть в течение ближайших 50 лет сокращение до оптимального минимума, вернее, до оптимума по населению и стабилизация населения этих стран. Вот сейчас мы видим довольно-таки интересные такое замечание. Иллюстрации. Это то, что все эти города, и, кстати, почему это относится к аркосити, ну, к аркологиям и к крупным городам.
Процесс глобализации сейчас сделал крайне уязвимыми все крупные города планеты. Мы видим Детройт как образец такой уязвимости. В 60-х, 70-х годах был огромный всплеск автомобилестроения. Детройт стал автомобильным центром планеты. В нем собралось 7 крупнейших компаний мира, автопроизводителей. Население Детройта прыгнуло от 400 миллионов изначально до 700, и потом до от 600 тысяч до 700, потом до 1 800 000. Сегодня в Детройте проживает 900 тысяч человек. Центр фактически пустой, весь деловой центр. Мы видим внизу вот опера детройтская, заводы брошенные. Брошенное жилье, и при том ситуация сложилась таким образом, что сейчас там фактически большинство населения это афроамериканцы, составляют высокий криминалитет, вся белая часть населения переселилась на окраины в частные секторы, и центр стал центром таких, городской центр, центром преступности, проституции, наркоторговли и прочее, прочее, прочее. Самые серьезные проблемы, которые сегодня грозят планете, это кризис чистой воды питьевой. Это первый кризис, который у нас в ближайшие 15-20 лет нас в полной мере настигнет. И аграрный кризис, кризис чистой еды. Притом сегодня сельское хозяйство выступает одним из таких серьезнейших факторов давления на окружающую среду. То есть это и вывод из строя чистой воды, и эрозия почвы, и урбанизация, то есть кислотные дожди и масса прочих негативных факторов. Сегодня в архитектуре возникла в результате очень интересная такая вот концепция, так называемая вертикальная ферма. Автором этой концепции выступает Диксон Деспамье, который убедительно доказывает, что сегодня технологически мы в состоянии выращивать еду в так называемых городских агрохозяйствах, в вертикальных башнях, которые могут обеспечивать пищей фактически все население мегаполисов. Единственная проблема сегодня техническая – это проблема энергии. Все остальные проблемы фактически решены, о чем свидетельствует тот факт, что уже сегодня в Сингапуре построено 2 таких вот объекта вертикальной фермы. И вот проект Плантагон, его уже в Англии заложен фундамент. Единственное, что, конечно, это Плантагон, это фирма, которая занимается разработкой такого проекта, он немножечко по-другому выглядит, но это один из их таких вот виртуальных проектов, которые они публиковали. В чем заключается сущность вертикальной фирмы? В том, что фактически это многоэтажные теплицы, которые в виде небоскребов строятся в городской среде, и в ней выращиваются основные продукты питания. Кроме того, это не только растительная пища, но и некоторые виды животных, которые, в принципе, за счет, скажем так, внутреннего биоциноза обеспечивают друг друга необходимыми питательными веществами, растения животных, животные растения, и, кроме того, обеспечивают жителей всем необходимым для жизни. Кроме того, есть такой вот интересный момент, вот по тем же самым данным Сингапура, это абсолютно чистая, экологически чистая еда. Разница по цене от выращенной на открытом грунте и выращенной в таких теплицах 15%. То есть и при развитии этих технологий, а именно энергетической части снабжения энергией, то это станет экономически целесообразным проектом, что мы сегодня наблюдаем. Я немножко остановился на данном проекте, потому что это проект для Дубаи. Он интересен тем, что здесь используются абсолютно реальные технологии. И фактически мы видим перед собой вот такую вот вертикальную ферму, которую можно назвать гигантским самогонным аппаратом, вернее перегонным кубом, потому что здесь это стоит на шельфе башня, и используют пары воды при испарении, при том сама башня нагревается и разогревает воду, пары попадают вверх вот в эту башню и охлаждаются за счет забортной воды. И фактически вот в этих вот таких вот лопухах, их можно назвать, идет постоянный такой мелкий дождик и выращивается вот еда. И кроме того, они выступают как накопители пресной воды. То есть таких проектов вот вертикальных башен сегодня фактически насчитывается десятки тысяч. Это очень интересное направление, но
Есть, скажем так, сам Диксон Деспамье сказал, что на сегодня его цитируют 6,5 миллионов сайтов. То есть есть ссылки на него. То есть фактически в большинстве таких вот статей, во многих статьях, которые посвящены экологии, во многих таких вот научных разработках, очень серьезно ссылаются именно на его теорию, на его концепцию. И сегодня существует масса попыток осуществить это в материале. И при том надо сказать, что эти попытки довольно-таки интересны. Загрязнение атмосферы. Здесь как раз возникло очень интересное направление, то есть это использование вертикальных зеленых насаждений в городе, при том самих попыток осуществить таких проектов сегодня насчитывается тоже десятки тысяч, при том, вот, например, на функциональный торговый центр в Люблянах здесь предложили использовать трубки с торфовым наполнением, в которых отверстие, насажена трава, такое вот особо стойкое. И вот за счет такой вот капиллярной подачи воды фасад летом становится таким вот зеленым, и при том он очень неплохо чистит воздух. Есть и технические разработки, которые призваны чистить городской воздух за счет того, что там стоят солнечные батареи. Эти вот такие вот трипод называется проект. Он набирает солнечную энергию, вечером становится как такой вот огромный светильник, который очень украшает городскую среду. И кроме того, в нем есть специальные установки, которые именно очищают воздух. Ну и естественно, очень большое внимание уделяется именно вертикальному озеленению, то есть вертикальным паркам, садам на крыше. Притом надо отметить, что сегодня уже в Испании, например, есть проект такого вот вертикального парка, уже он построен, уже запущен в эксплуатацию. Есть целый отель, вот, например, отель «Вертикальный парк», он тоже уже построен. То есть, ну, конечно, картинка немножечко ярче, чем это все в быту, но все-таки такие попытки осуществляются. Ну и, конечно, одно из интересных направлений, которое сегодня развивается, это направление выращивания водорослей. Притом сегодня вот о том, насколько это перспективное направление, говорит тот факт, что в Штатах выделено 300 миллионов на разработку именно направления вот именно водорослей. В чем это заключается? Сегодня есть, ну, известно около 50 видов водорослей, которые состоят на 50% из масел. И, во-первых, это один из, даже не один, это самый быстро растущий вид живых организмов. Потом они очень хорошо чистят как воздух, так и воду. И потом при переработке они позволяют получить либо биогумус хороший и очень интересный биотопливо и газ, либо же пластики, экологически чистые, которые, попадая в природную среду, разлагаются в течение 6 лет. То есть и такое направление сегодня считается одним из наиболее перспективных. Проблема с водными ресурсами. Естественно, что сегодня и на архитектуру это отразилось. Вот, кстати, тоже один из проектов. Притом у него такое тройственное назначение. Первое – это чистка воздуха. Второе – это чистка акватории, потому что такая башня ставится на берегу реки. И через нее идет постоянная закачка наверх речной воды, и потом она самотеком опускается через колбы с водорослями, насыщает водоросли питательными веществами. Притом водоросли, чем выше загрязнение, тем быстрее они растут. И что им нужно, это температурный режим от 22 до 26 градусов и постоянный свет. Ну, большое обилие света. И сегодня при помощи LED-светильника, в принципе, это решается. Ну, и температурный режим тоже вполне интересный. Вот проект Фессалия, который Оксана Алексеевна уже показывала, это и Винсент Калибо. То же самое. Это такой вот плавучий город-лаборатория, город-сад, который перемещается в наиболее загрязненные районы. И просто за счет того, что он там находится, у него днище снабжено такими вот колбами с водорослями. То есть он вырабатывает биотопливо, чистит акваторию и, в общем-то, поддерживает свое существование. Ну и один из таких вот очень серьезных проблем, которые сегодня существуют, это кризис отходов жизнедеятельности. Притом вот данные, которые здесь вот присутствуют, это картинки 220 килограмм, это были данные объективные на 5 лет назад для Украины. Сегодня уже у нас на Украине эта сумма не 220 килограмм, а где-то в районе 380-440 килограмм на человека. Притом
Есть такая вот вещь, называется морфологический анализ мусора, который убедительно показывает, что, во-первых, весь этот мусор может быть очень интересно утилизирован, то есть с большой прибылью. А второе, фактически мы нашу планету убиваем за счет фантиков, потому что 60% нашего мусора – это фактически тарная упаковка от тех продуктов, которые мы покупаем. Даже такая вот вещь, просто мы покупаем сегодня вот упаковку яиц в пластике, и этот пластик, который в природе фактически переварится в течение 500 лет, мы его просто выбрасываем, не утилизируем. На Украине это огромнейшая проблема. В то же время во всем мире эта проблема вот перерабатывания мусора нашла огромное отражение, в том числе в архитектуре. Вот очень интересный проект в мусороперерабатывающих заводах в Копенгагене. Архитекторы подошли очень по-игровому к созданию этого мусороперерабатывающего завода. Во-первых, очень низкий, даже по европейским стандартам, процент выхлопа в атмосферу. При том, чтобы жители видели, насколько этот выхлоп происходит, у нас вот в верхней части мы видим вот такой вот блин, который пускает вверх не столб дыма, а колечки, как при курении. И вот эти кольца показывают, жители могут видеть, сколько выхлопа происходит от этого завода. Сам завод организован как горка для горнолыжников. То есть и по этому спуску могут отрабатываться, слаломисты могут отрабатывать свое катание. Очень интересный момент, но здесь как раз это вопрос уже не столько экологии, сколько визуальной экологии среды. Потому что мусороперерабатывающий завод – это архитектор Фридерс Райх Худервассер. Мы, кстати, Оксана Алексеевна показывала его зеленую горку. Абсолютно непередаваемый стиль. То есть этот завод, конечно же, реорганизован с точки зрения современных требований. В Европе это очень жесткие требования. Но в то же время он несколько ускорил, хотя технически. Хотя визуально он до сих пор, наверное, один из самых сумасшедших, самых интересных таких вот заводов. Ну и, конечно же, уже современные такие вот конкурсные проекты, они уже строятся на основе, то есть, Carbon Zero. То есть, они фактически уже без выхлопа. Ну и, естественно, один из таких вот серьезнейших следующих кризисов, это кризис полезных ископаемых. То есть, фактически, мы вот видим график, где мы видим, что пик добычи полезных ископаемых придется на 35-й год, и потом пойдет резкий спад, потому что мы банально разработаем всю большинство доступных полезных ископаемых. Ну и естественно, что сегодня в архитектуре это нашло это свое отражение в разработке альтернативных источников энергии, вот, например, солнечная энергетика. Сегодня это именно использование солнечной энергии очень серьезным образом стало влиять на многие современные сооружения. Ну и, естественно, китайцы впереди планеты всей в этом плане. Кстати, вот у них идет сейчас самые серьезные разработки, и они огромные суммы тратят на разработку именно солнечной энергетики. Ну и построили, на мой взгляд, это совершенно уродливое здание, одно из самых уродливых новостроек. Но зато оно отличается тем, что оно не только себя снабжает электроэнергией, но еще и является экспортером электроэнергии, 20% оно экспортирует. Причем таких проектов сегодня очень много. И фактически, ну вот опять, видите, Вухан, Китай, то есть, конечно, с дизайном им надо, наверное, немножко будет постараться, но само рвение заслуживает особого внимания. И, в общем-то, надо отметить, что сегодня вот гелиоэнергетика занимает особо большое место. Ветроэнергетика. Ну, опять-таки, мы сами наблюдаем, сколько сегодня появляется таких вот проектов с ветрогенераторами, и при том реализованы есть очень неплохие проекты. Хотя вот, например, тот же самый Strata Tower, он, это Лондон, он является, кроме того, как примером того, как используются вот ветрогенераторы в современной архитектуре, в небоскребах, в то же время он является и замечательным примером проблемы видеоэкологии. Местные жители очень жалуются, что чередование белых черных полос, при этом белые блестящие, это абсолютно агрессивная визуальная среда, и по глазам он давит очень сильно. Притом, вот раз мы говорим о таких вот небольших ошибках, хочется вернуться немножко назад к солнечной энергетике и показать вот такой вот замечательный гелиокомплекс Солнца. Это он в Башкортостане, если не ошибаюсь, находится. Заключается в том, что полированные пластины концентрируют солнечную энергию в определенной точке,
И это здание занимается тем, что плавит сверхтугоплавкие металлы. То есть они могут, этот комплекс развивает температуру до 3000 градусов. То есть и в результате получают энергию, которую в других условиях получить невозможно. Почему я к нему пришел? Тот же самый Лондон сегодня имеет такую замечательную проблему. К сожалению, все здесь это здание не приведено. Мы его нашли только недавно, буквально месяца три назад. Построили стеклянное здание с вогнутым фасадом, который стал рефлектором. И первое, как это определили, поставили ягуар в точке фокуса, и пластик поплавился. То есть, и сегодня там даже устраивают шоу, жарят яичницу на сковородке в фокусе этого здания. То есть здесь мы говорим о том, что вот технология это, конечно, хорошо, но вот опыта пока еще маловато использования таких вот вещей, и, конечно же, здесь есть проблемы. И, кстати, многие, кто сталкивался вот уже с электрогенераторами в быту, то есть в частном секторе иногда ставят, многие жалуются, что по утрам иногда видят трупы пчел, которые вот просто ковром лежат на земле, потому что генерация низких частот, вот они очень вредны для таких вот вещей. Кстати, почему многие говорят, что это проблема тараканов, да? Что сейчас вот в жилых домах тараканы фактически исчезли из-за того, что у нас микроволновки, Wi-Fi, то есть излучение, которое для них гибельно. Вот, кстати, осуществленный проект. Аткинс, Бахрейнский всемирный торговый центр, притом он интересен тем, что здесь еще использовали сами корпуса этих небоскребов как усилители ветровых потоков. Они стоят под углом друг к другу, лицом к морю, и в результате получается очень интересный выход. Ну и, естественно, мы видим, что вот масса проектов, которые пытаются здесь осуществить. Биомассовая энергетика сегодня, в принципе, считается одной из наиболее перспективных, даже может быть более перспективной, чем ветровая и солнечная, потому что эти энергии цикличные, биомассовые, это постоянный выход, и кроме того, абсолютно экологически чистое производство. Ну и опять-таки особо уделяют внимание водорослям. Наименее популярным считается это выращивание рапса и маслосодержащих растений, потому что мы не уходим от основной проблемы. А основная проблема всех этих технологий, которые мы видим, это освобождение от пассивных полей и выращивание леса. Притом сегодня говорят, что надо лес возрождать хотя бы на 30% всех пассивных площадей. Это напрямую связано, во-первых, с климатом, а во-вторых, с водой. То есть, как только мы начнем нормально заниматься лесом, то есть, это как раз вот вертикальные фермы, одно из их назначений, это Диксон Деспамье, особенно подчеркнул, это возрождение леса, то, во-первых, у нас будет проблема чистого воздуха и проблема воды, потому что поднимется зеркало подпочвенных. Ну и, естественно, вот энергия волн, энергия морских течений, особенно для Харькова, по-моему, это совершенно не актуально, потому что приливной волны в Харькове как-то мы не наблюдали. Но в то же время эти вот виды энергии активно разрываются во всем мире. Ну вот энергия рек, вот этот проект интересен тем, что это студенческая работа, притом на нее огромное количество цитирований и скачиваний. Это проект реконструкции плотины Гувера. По-моему, визуально это очень интересный такой вот проект получился. То есть не вот эта вот скучная плотина, которая просто пугает своими объемами, да, так интересная вещь. Ну и энергия градиента солености, что Харькову точно не грозит, потому что у нас нет вот таких вот вещей. Ну и, естественно, здесь как вывод хочется сказать, что вот ожидаемые вот этих еще 3 миллиарда человек, плюс к тем, которые у нас сейчас есть, это прогноз копицы. В то же время тенденции сегодняшние, притом они не очень интересны. И опять-таки повторюсь, для Украины, слава богу, это не настолько серьезно. Дай бог, что мы решим основные кризисные явления. Но Китай сейчас убедительно демонстрирует то, что вот этих вот 11 миллиардов, скорее всего, не будет. Потому что рост онкозаболеваний в Китае, он настолько чудовищный, что, в принципе, мы можем говорить о саморегуляции системы, при том довольно-таки жесткой, и о том, что этот сценарий как реально рассматривать нельзя. И, в принципе, вот для Украины сегодня вот оптимум является 36 миллионов. И, в принципе, за 50-60 лет, то есть за счет естественной убыли населения, мы этого уровня достигнем, и потом произойдет обратная саморегуляция, то есть стабилизация рождаемости, и мы будем жить вот на уровне примерно 60-65 года по экологии. И на архитектуре это, кстати, тоже скажется очень интересным, но, к сожалению, мы этот момент
не смогли отследить и рассмотреть, потому что здесь будет очень интересна такая вот тенденция, на мой взгляд. Во-первых, это наследование жилья, и второе, вырост требований к долгосрочности самого жилья. И сегодня такие фокусы, как, например, окупаемость супермаркетов за 4 года и срок эксплуатации супермаркета 50 лет, уже не будет рассматриваться как интересный и рентабельный. То есть требование к архитектуре – это будет эксплуатация в районах 150-250 лет. То есть, опять-таки, это вопрос видеоэкологии, опять-таки, это вопрос, насколько интересная будет архитектура, и вопрос потребления. Это, кстати, будет одним из основных таких вот вопросов, то есть снижение потребления, опять-таки, по прогнозам. Это выход на уровень того же самого Советского Союза по уровню жизни с его такими перманентными дефицитами и таким вот долгостроями, но уже в стиле таких сталинских сталинок, которые будут эксплуатироваться на протяжении так, около 200 лет. В принципе, по стилю жизни это довольно-таки привлекательный сценарий, и дай бог, он будет осуществлен. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. На что-то надо нажать. Или есть? Угу. Я уж как-то разворачиваю. Наверное, щелчок двойной, да? Давайте так вот сейчас потянем вниз просто немножко. Вот оно не хочет. Ага. Как это все сложно. Кстати, да. Ну, в общем-то, да. Ну, в сторону это особо интересно. Знаете, это очень интересный вопрос, он меня самого очень волнует. Жалко, нету доски. Я бы вам порисовал сейчас графики для большей убедительности. Я вам могу сказать одно. Солнечная энергетика для сейчас, для Харькова, и ветроэнергетика – это, по большому счету, сказка о белом бычке. Это совершенно убыточный проект для Харькова. Могу объяснить, почему. Почему сейчас это развивается в Германии, почему не развивается на Украине. Первый, самый серьезный стимул в Германии – это очень высокая стоимость энергии. Первый. И второе – то, что государством обязаны вот, производители энергии, сети, выкупать излишки. То есть, и в результате вот такая вот установки фактически выходят в ноль. То есть они окупаются где-то на протяжении 15 лет. И потом фактически пользователь имеет дармовую энергию, за которую не платит. То есть это довольно-таки привлекательный сценарий. Когда считаешь для Харькова? Давайте рассмотрим такой простой пример. Можно даже с калькулятором посмотреть. Солнечная энергия у нас. Это первое, солнечные батареи, плюс конвертеры, плюс инверторы, плюс контроллер, плюс аккумуляторы. То есть у нас получается такой цикл, который для дома при потреблении 150 кВт стоит где-то в районе 6,5 тысяч долларов. Вроде бы цена достижимая. Но когда мы начинаем рассчитывать сроки окупаемости, считаем кВт, у нас получается все это гамузом окупается на протяжении 78 лет. Ну хорошо, но тогда мы, да, но давайте предположим, что мы страшно любим своих внуков и для них все делаем. Но тогда берем солнечную батарею и смотрим ее срок эксплуатации. В среднем от 24 до 32 лет. Давайте, конечно, а кроме того еще возьмем аккумуляторы, которые максимум служат 10 лет.
Понимаете? И вот тут получается такая вот интересная проблема. Дело в том, что во всей цивилизованной Европе, во-первых, за счет хорошего развития сетей, они отказались от аккумуляторов фактически. Аккумуляторы только излишек сбрасываются в сети, потом берется из сети, покупается. И они играют на вот этих вот разницах. Потом сам заказчик считает, сколько ему энергии нужно и хочет ли он быть экспортером или импортером в большей мере. Потом сюда подвязываются очень интересные технологии. Например, ну вот тот же самый ветрогенератор, солнечные батареи. Вот они начинают работать в паре, но в то же время у солнечных батарей есть один замечательное качество, которое меня убивает просто наповал. А это то, что они очень чувствительны к граду. То есть и град их бьет настолько жестко, что потом приходится после каждого града их менять. Но сейчас... И вот у нас будет такое счастье. Потом они потихоньку мутнеют. Но с этим тоже начали справляться. С градом тоже научились бороться. Но здесь есть очень интересный момент. Нам деваться-то по большому счету некуда, кроме как развивать этот сектор. И солнечные батареи дешевее сейчас по экспоненте. То есть они чуть ли... У нас очень снижается цена, да, везде. Но опять-таки, тут нужна государственная политика. То есть это льготное налогообложение для производителей и торговцев всем этим оборудованием. Кроме того, цикличность. Это очень неудобно. У нас для Харькова очень неприятный график для солнечных батарей, например. То есть у нас излишек света именно тогда, когда энергии нам меньше всего нужно. Вот сейчас. Летом. Зимой как раз у нас. В то же время это все очень благоприятно для ветроэнергетики. Как раз у нас самые сильные ветра зимой. Поэтому как раз вот ветроэнергетика в этом плане более привлекательна для нашего региона, чем солнечные батареи. В связке они довольно-таки неплохо работают. Кроме того, есть еще солнечные коллекторы. Это тоже довольно-таки интересная вещь, но такой вот убедительной статистики у нас сейчас тоже нету, потому что все производители очень любят рассказывать, как это замечательно, и очень любят рассказывать, в чем тут закопаны собаки. Но опять-таки, принцип солнечного коллектора, то есть это вот тот самый принцип, который мы все наблюдали в детстве, да, зима, солнышко, подходим к окну, и оно аж печет лицо. То есть, в принципе, то же самое. Стеклянная колба, в которой вот этот полый сердечник, теплоноситель нагревается и нагревает у нас внутри дома большой бак, который потом как-то огромный термос такой, отдает тепло потом, когда уже ночь и пасмурно. Очень интересное направление термонасоса. Но опять-таки, термонасос, вот так вот рассказано, насколько это хорошо, на самом деле у него экономия только 30% энергии. Дает. То есть он в принципе интересен, но опять-таки вот у меня моя однокурсница приезжала, она живет в Кёльне, она купила жилье в таунхаусе, у них, она купилась на то, что у них вот тоже он почти автономный этот, их, этот таунхаус, но у них через полтора года умер этот термонасос, и они со всей, с каждой семьи скидывались по 300 евро. То есть тоже было очень неприятно. Сегодня это огромный цикл технологии, которые развиваются, развиваются очень хорошо. Например, те же самые когенерационные установки. На мой взгляд, идея старая, но абсолютно гениальная. То, с чем все автомобилисты сталкивались, когда у них закипал автомобиль, да? Открываешь двигатель, а там жаром прет. Сделали бытовые бесшумные двигатели. Он работает не на таком принципе, как автомобиль, но основной принцип тот же самый. Есть камера сгорания, есть поршень, который ходит туда-сюда. Внизу мембрана, на самом поршне катушки, и вырабатывается электричество. В результате мы сжигаем газ, греем дом этим газом и получаем электроэнергию. Бытовые, тот же самый Зануси, бытовой когенератор, он вырабатывает 1 кВт энергии, обогревает 80 квадратных метров площади. Идеальная вещь. Но в то же время, опять-таки, здесь идет завязка на электросети. Потому что пошли мы с вами на работу, а у нас зима, да, оно вот это все время и колотит, и куда нам этот киловатт сбрасывать? Вот в сеть это интересно, мы получаем денежку, потом ночью выкупаем. Некоторые сейчас делают, опять-таки, соединяют это с этим вот баком, теплообменником, сбрасывают излишек тепла в этот бак от когенерационной остановки, ТЭН, киловатт, когда нас нету, нагревает ту же самую воду. Опять-таки сюда и работает теплонасос и солнечный коллектор. Вместе вроде бы это окупаемость. Но стоимость, если мы берем все вот эти вот установки, получаем себе самодостаточный дом, где-то около 120 тысяч долларов получается.
все в гамузе. Но это дешевеет. Опять-таки, если сюда входит государственная политика на эти все вещи, у нас получается совершенно интересная динамика. То есть здесь за счет льготного налогообложения и за счет спроса, а спрос будет огромный у таких вещей, если у нас оно упадет, например, в полтора раза, да, и повысится цена на электричество, она просто обязана повыситься, это единственный экологический путь. Притом она должна быть завышена по отношению к реальной стоимости. Это для того, чтобы население заставить экономить. Излишек, вот этот, который взимает с населения, он должен идти на программы экологизации городов. Тогда эти проблемы будут очень хорошо решаться. То есть нас вынудят заниматься этим всем. То точно так же, как утилизация мусора. И при том мы сейчас вот пытаемся разработать систему, когда города, это, кстати, очень интересное направление, называется Fractal City, фрактальные города. То есть город состоит не как единый организм, а из районов самодостаточно. Это очень интересная вещь. То есть это когда мы начинаем утилизировать мусор уже прямо по месту и все свои отходы жизнедеятельности, получать энергию прямо по месту, это обяжет всех жителей. Ну, банально, если какой-то нехороший человек, редиска, скажем, тогда перестанет сортировать мусор, его банально соседи начнут бить за это. Это единственный способ экологизировать наше сознание. Ну, в общем, на самом деле, это настолько большой направление огромнейшее, что это не на одну лекцию, их штуки на три, поэтому, учитывая, что мы уже выбились за лимит времени, если будут вопросы, будет спрос таких вот вещей, мы с удовольствием об этом всем расскажем. Все, спасибо. Все, наверное, тогда, да? Можно. Все, собственно, наша встреча окончена. Спасибо большое всем присутствующим онлайн и у нас в зале. Спасибо нашим лекторам. Также я напоминаю о том, что 22 июля у нас начинается курс 3D Max для дизайнеров и архитекторов. Мы приглашаем всех вас на него. Вот. Если будут какие-то вопросы, и вообще, собственно, есть сайт 3dmax.com.ua, можете ознакомиться, можете писать нам на почту. Спасибо всем большое за внимание. До свидания. И вам кинем ссылку, чтобы от вас она пошла, да? Да, скидываю туда не хочется. Или хотите, вам эту книгу завезем, а вы уже всегда куда-то, если у вас есть. Книгу вы имеете на нахуй на дальше. Как вам удобнее? В принципе, если я думаю, зачем мы слышим, что вы или что вас не имеете, то скинуть на почту. Она будет долго лезть. А сколько? Если ее жарить как-то сжать, я подумаю. Дело в том, что когда мы ее цифровали под до свидания, под полиграфию. А там есть онлайн, когда их можно делать, там будет чуть-чуть, наверное, попытайся его перецифровать, это будет лучше. Нет, ну есть верстка, когда есть книжка до свидания, я ее сам делаю. И просто я ее могу сама подать по новому сделать. Оксана. Просто зачем по гектару книжку заливать, если мы ее можем где-то до 50 сократить? И тогда мы вам фильм. Это правильно идет, спасибо. Так, все, сейчас.